привет, ребята! Слепил подводную лодку. Сейчас мы ее с вами испытаем, будет она плавать или нет. Вернее, не плавать, а ходить, как говорят моряки. Они не говорят плавать, они говорят ходим. Вот такая подводная лодка. И слепил еще вот такую торпеду. В конце мы ее с вами торпедируем и посмотрим, что с ней произойдет. Ну что, давайте попробуем испытать ее. Будет она у нас держаться на воде или нет? Такой приготовил я бассейн маленький. Волнительный момент. Ну что, ребята, опускаем нашу подлодку на воду. Давай, не подведи. Ребята, она держится на воде. Смотрите. Ей бы еще моторчик сюда назад можно было сделать. На батарейках. Держится, ребята, на воде. Испытания прошли отлично. Так, попробуем ее, давайте, погрузить. Не пропускает она воду. Пузырьков нет. Плавает. Вернее, ходит. Ребята, держится. Держится на воде. Отлично получилась подводная лодка. Ну что, давайте ее торпедировать. Посмотрим, что с ней произойдет. Вот наша торпеда. Лодочка. Волнение. Все выдерживает, ребята. Можно выпускать большое плавание. Так, ну что, ребята, торпеда пошла. Оп. Ребята, очень крепкая подлодка. Еще один удар. Не хочет тонуть. Ребята, смотрите, ни одного пузырька нету. Может быть, с этой стороны попробовать. Вот это подводная лодка. Ребята, она не хочет тонуть. Смотрите, я ее на дно погружаю, да? Она пузырьки не выпускает даже. Так, один пошел пузырек. Она все равно не тонет. Так, 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 пузырек пошел, 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 пошел. Так, все. Опустился винт. Уже на дне. Она держится уже наверху только. Сколько тут всяких дырок. И она не хочет тонуть. Может быть, делать пластилиновые подлодки, они очень крепкие будут. Смотрите, да. Вот я, ребята, ее пробиваю. Вот. Пошел, пошел, пошел воздух. Все, ребята. Воздуху немного. Все. Так. Ну вот и все.
Ну все, осталось ее только утилизировать, ребята. Убираем воду. Винт. Перископ. Пока, подводная лодочка. Ну все, ребята, лодку потряс. Вот такая. Все, ребята, вот все, что осталось от подлодки. Вот такой кусочек пластилина. Спасибо, ребята, за просмотры. До новых встреч. Пока.